За каждым движением, поворотом головы, выпадом и даже молчаливым, а где-то беспристрастным взглядом кроется целая история. Проникновенная, трогательная, где-то взрывная, разная и такая неповторимая. История уникальной Арины, которая, не слыша музыку, слышит ее как никто другой. Затрагивая сокровенное, она достучалась до самой глубины своего зрителя. Или разлука братьев-близнецов, которая стала вынужденной во имя прочного союза и светлой памяти родного человека. Или казах, вернувшийся на историческую родину и обретший себя самого. Все они участники мегапопулярного проекта «Белье Казахстан», которому удалось объединить таких талантливых и уникальных в своем роде танцоров. У этих настолько разных людей один общий язык, где не нужны слова. Язык тела, который расскажет больше, чем любая другая биография. Жизнь в танце. И в этом незамысловатом словосочетании настоящая философия. Все, что не делается, все мы не доделываем. Нету потолка. В искусстве есть вздох. Да, есть начало, но конца нет. Ее танец уже искусство, в котором уж точно нет потолка. Арина практически не слышит, но танцуя в тишине, что удивительно, ее па с точностью попадает в музыкальные ноты. Здесь будущей танцовщице всего 2 года. И именно тогда родители обнаружили, что у их ребенка полностью отсутствует слух. А теперь песенку спой. Ля-ля-ля сделай. Ля-ля-ля сделай. Эти бездонные детские глаза, в которых полное непонимание, остались только на архивных фото и видеокадрах. Сегодня Арина Кулагина – уверенный в себе подросток, профессиональная танцовщица, известная не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, которой именно тишина помогает быть сосредоточенной и сильной. И только ей одной известно, какие трудности нужно было пережить, прежде чем стать такой, какая она есть сегодня. Конечно, было мне сложно, мне и сейчас, для меня сейчас даже очень сложно. Вначале было сложнее, все время у меня были новые аппараты, какие-то для музыки, какие-то для речи. И вот сейчас, конечно, мне тоже тяжело понять музыку, находить где-то ритмы, где-то голос поймать. Она готова к любому исходу событий на сцене, даже когда механический помощник отказывается работать, и даже когда нет рядом мамы. Мамы, благодаря во многом которой Арина – полноценный ребенок. Ее родители не стали отчаиваться, столкнувшись с жестоким диагнозом, приспособились и победили. Такой был достаточно тяжелый период в нашей жизни. И я долгое время старалась вообще мысленно не возвращаться. Мы старались идти просто прямо вперед, не оглядываясь назад. Все, что было, это было. Оно не дает нам сил. Оно только останавливает, наверное, эти огорчения. Можно плакать вечно, например, но мы ничего ей не дадим таким образом и себе. В ее характере от рождения заложены сила воли и движение вперед. С раннего детства она всегда доказывала себе и окружающим, что такая же, как и все. И только упорный труд, непоколебимая вера привели Арину к результату. Большой труд сыграл свою роль. Иначе никак это было бы невозможно, потому что примеров миллион. С гораздо лучшим слухом дети не воспринимают информацию, не реагируют на звуки. Это просто нужно развивать. Я надеюсь, она раскроет себя полностью. Ну, пока, мне кажется, еще этого не произошло. Она себя еще не раскрыла. Она может гораздо больше показать. Но пока вот как-то не получалось. Хотелось бы, чтобы она себя максимально раскрыла, показала все свои возможности. Многому научилась. Для чего мы пришли на проект? Не знаю, у каждого, наверное, свои какие-то были желания. Мы шли, безусловно, за информацией, которую мы привыкли получать в огромном количестве. И, конечно, хотелось уйти с заполненной головой, с заполненными мышцами от тренировок и замечательных встреч с замечательными педагогами.
Вы остаетесь братьями в любом случае. Но представлять честь Кыргызстана, кто-то один из вас должен. Скажите, кто? Три, два, один. Кто остается? Тебя как звать? Ома. Ты выиграл, Ома. Вы все понимаете, да, как это больно очень? Моя мама последний раз говорила, типа, будьте вместе, типа. Их маму не стало совсем недавно. С тех пор их танец всегда полон эмоциями. В их репертуаре нет драмы. Они просто абстрагируются от жизни и танцуют. И чем больше печали, тем эмоциональнее движение. Их не по годам взрослая жизнь будто соткана из, казалось бы, непреодолимых трагедий. И выносить их в танец для Омы и Эмы табу. Хоть это и никогда не обсуждалось братьями вслух. Они просто так чувствуют через призму своей жизни. У нас была мама, она погибла в автокатастрофе. Когда она нам было 16 лет, да. Когда нам было 16 лет, она попала в автокатастрофу. Ну, она зарабатывала, то есть в Самаре, жила в Самаре, в городе, да, в стране России. Вот там она работала и как бы ради нас работала все. Вот она прям такие наряды покупала все время. Из-за этого она там в базаре работала. И дальше вот, да, когда этот товар привезли. Да. Привезли, и сразу же фургон сбила большая, фура, то есть. И вот после этого не стало ее. Жить без родителей, конечно, трудно. Без отца, без мамы. Трудно очень. Да, а отец, он, когда нам было месяц, тогда он ушел. Ну, с рождения ушел, да. То есть, да. Шутка ли, но уже дома без напряжения на сцене и прямого эфира в этой жеребьевке выигрывает Эмма. И так целых 5 раз, будто даже игра понимает, что этим двоим расставаться нельзя. Наша цель – показывать то, что нам нравится, и это обязательно понравится людям. Когда нам было 3 годика, да, наша сестра, это, ну, как бы такие хип-хоп-музыки слушала. Хип-хоп-музыки слушали, да. Ну, я погромче, да, должен говорить, что... Ну, ты меня перебиваешь. 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 Сейчас ты помолчи, сейчас я поговорю. Ну, ты же хотя бы участвуешь, а я... Позитивные, открытые, смешные и этим трогательные 18-летние близнецы приехали в Алматы из Бишкека покорять танцевальный мир. И это почти удалось только одному из них. Правда, оглядываться назад, расстраиваться и опускать руки – это точно не про них. Про них – это когда в трудную минуту один подставит плечо другому. И победа одного – победа их нерушимого союза. В его танце любовь к своей родной земле. Ернур Кырыкбайұлы родился в Китае, рос в этой стране, но в итоге вернулся на историческую родину. Когда-то это было его навязчивой мечтой – жить среди своих, растить детей на казахской земле и служить во благо нее. У меня всегда было чувство неудовлетворенности. Я, когда жил в другой стране, участвовал во многих мероприятиях, больших концертах. Но мое сердце не билось так сильно, как сегодня, когда я танцую на родной казахской земле. Вернувшись на родину предков, я обрел спокойствие и нашел себя по-настоящему. Поэтому сегодня я танцую казахские народные танцы. Для меня это очень близко и свято. В любую постановку, и неважно, на какую она тему, в каком стиле, он всегда пытается внести что-то свое, то, что исходит исключительно от сердца. В этом весь он, сын казахского народа, который спустя много лет после рождения вернулся к своим истокам и для которого честь служить родине своим талантом, донося до сердца людей главное – любовь к родному краю. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
Когда в тебя не верят самые близкие и родные, это еще больше закаляет на победы. Так произошло с Алексеем Ануфриевым. Его родители были против хореографии и все, что связано с ней. Но юноша никогда не предавал свою мечту и ни разу за свои 25 лет не изменил танцам. Я с очень простой семьи, с очень простой. И когда я пошел заниматься хореографией, у меня родители были против этого. И когда я хотел поступить на это, учиться, то есть у меня была тяга безумная, я хотел все, ну, всю свою жизнь отдать танцам. Родители тоже были против. Ну, я пошел против правил родителей. И, ну, если вы не хотите делать так, как я хочу, то тогда, ну, тогда я сделаю это сам. Хореография — это тоже очень большое направление в искусстве, такое же, как вокал. Но почему-то среди, как бы, нашего общества встречаются люди. Я не замечал таких людей, которые бы говорили: «Ой, ты там, не знаю, ты парень, и почему ты поешь? Парни не должны петь». Ну, я часто встречаю, когда говорят: «Ты парень, почему ты танцуешь? Парень не должен танцевать». Я считаю, что искусство — это самовыражение для человека, и каждый человек выражается так, как он хочет. Для этого молодого человека, и не только для него, танец — не увлечение, не работа и даже не любовь. Это жизнь, служение и сущность их бытия. Душевную боль или радость, неважно, можно так или иначе понять без слов, неосязаемым и таким чувственным языком тела, где нет границ для мыслей, порывов и подвигов. Это большой мир, среда обитания, куда однажды ворвавшись и откуда уже непросто уйти.